Оператор 401, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Оператор, здравствуйте. Здравствуйте. А, короче, я Магомадов Ильяс, машинист, короче. Мне сказали сюда звонить. А что у вас, в чем проблема? А, сим-карта запломбировался. Что на дисплее написано? Короче, завтра я звонил. Вы обиделись, бросили трубку, мне сказали опять звонить вам. Ты можешь мне этот запломбировать сим-карты, как его? Короче, мне сказали фамилию сказать сюда. Я Ильяс, короче. Мне вы, я машинист работаю, сказали так передать вам. Мне это я на вас ложить хотел этот самый деньги есть. Этот самый. Короче, запломбировался номер мне там сзади, короче. Я вот сейчас еду на короче, машинист Илья Сукса, он целуется. Не узнаешь, не узнавал? Я уже слышу третий раз, что вы машинист Ильясов, а в чем у вас проблема? Скажите мне, пожалуйста. А, вы не смеетесь? Не надо мне этот самый... Нет, никто не смеется. Скажите, пожалуйста, в чем у вас проблема? Я же говорил, я вчера, завтра звонить хотел, вы обиделись, трубку бросили, вот запломбировался, я 500 рублей давал, карту купил. У вас карта заблокировалась? А, да, запломбирована. А, император, вот... Деньги хотел я ложить на вас, поэтому, может быть, запломбировался, да? Вы деньги хотели положить на эту карту? Да, ложить хотел на вас деньги. Вы что делали в моем телефоне? Номер вашего телефона назовите, пожалуйста. А, номер телефона 3260. Алло. Алло. Император. Алло? Алло? Отрянгил, а? Алло? Алло? Нет, да он. Алло? Алло? Еще раз ваш номер назовите, пожалуйста. Номер телефона 3260, Nokia. Алло, Nokia, 62-3. Номер вашего телефона. Номер телефона? Алло. Номер вашего телефона назовите, пожалуйста. Вы что, не понимаете, что ли? 62-3, Nokia, ай. Это модель вашего телефона, мне нужен номер вашего телефона. А, номер телефона, да? Это сзади батарейку снимать надо, да? Сейчас подожди. Нет. Номер вашей сим-карты. По какому номеру вам звонят вообще? Номер, короче, телефон номер, да? Да. Сейчас, подожди, документ возьму я, подожди. Бля, алло, только. Бля, какие бумаги, алло. Да. Сейчас, подожди. Так, алло. О, да, я вас слушаю. Так, модель Nokia, телефон 6230, короче, 6230. А, это или что-то, бля, не знаю, не понимаю, короче. А модель... Модель я... Номер вашего телефона назовите. Я же номер говорю, 6230. Это модель вашего телефона. А номер? А какой номер? Какой номер у вас заблокировался? Это деньги, которые на вас хотел ложить, этот номер, да? Да, не на нас, а на ваш номер. Номер наш, да? Сейчас, подожди, блядь, сейчас он несет. Хадай, турпо. Вот. Я не могу долго ждать. Сейчас, подожди. А ты куда, спешишь домой? Да, у нас еще 3 миллиона абонентов, которых тоже надо обслужить. Что, понизили тариф 3 миллиона, да? Всего доброго, до свидания.